Добрый день, дорогие друзья! У нас 15 марта, на улице плюс 10, Николаевская область. Нету приятнее музыки для души, для пчеловода, чем когда летают пчелки, этот вот звук ихнего лета. Слава Богу, пчелки мои перезимовали, перезимовали все, пчелы вышли из зимы с разной силой семей, но перезимовали все. Вот эти вот семьи, они только сейчас вышли на облет. Вот здесь пчелки уже облетались, они раньше летали. Вот. Они уже закончили свой облет. Летают все семьи. Облет хороший. Вот. Мощным я бы его не назвал, потому что я видел и помощнее облеты. Вот. Все-таки есть небольшой ветерок. Все-таки температура еще так себе. Вот. Но пчела летает. Вот я им поставил здесь водичку. Поставил водичку практически горячую, там теплую очень поставил водичку. Есть несколько пчел. Вот. Пыльцы я у пчел не вижу. Но вижу, что пчела активно очищается. Вот. После облета восковую крошку выносят. Выносят мертвых пчел под мор. Вот. Что я могу сказать? У меня здесь местность не самая богатая на пыльценосы, поэтому прямо с первого дня после облета у меня пыльцы, я думаю, что не будет. Вот. Я думаю, что пыльца пойдет немножко позже. Там, где есть леса какие-то, все остальное, там цветут орешники всякие разные, фундуки. У меня здесь степь, ничего кругом особого такого нету. Ну, цветы какие-то, возможно, где-то еще там растут, если их скотина не съела, там всякие разные коровы или козы или прочее, там, да, что у людей живность есть. Вот. Ну, да, какая-то мать и мальчик, какие-то подснежники я у людей видел, на участках приусадебных там есть. Но это все не серьезно, это все ни о чем. Вот. Я пока пыльцы не вижу и на пыльцу даже не надеюсь и не жду. Вот. Единственное, у меня есть мысль о том, чтобы заглянуть к семьям, которые у задней стенки сидят, и подставить им, переставить рамочки в ульях, там какие-то крайние рамочки взять, вот, которые медовые, поставить их поближе, ну не прям в центр, не в разрез, а поближе к гнезду, вот, а какую-то рамочку, которая пустая, там где-то ближе к краю, там, да, поменять местами их, чтобы пчеле было что кушать, потому что ну, на подробный осмотр времени нету, возможности такой нету, а у нас обещают еще неделю холодов, и где-то с 1 апреля уже начнется хорошая погода, которая даст возможность сделать полноценный осмотр семей и оценить качество зимовки. В принципе, вот такой короткий ролик, невзирая на все тягости нашей современной жизни, на войну и все прочее. Вот, уже с нетерпением жду, когда пчелки, когда будет возможность с пчелками поработать, чтобы какую-то отдушину получить, потому что все остальное очень сильно угнетает. Вот, что еще хотел сказать? Ну, в принципе, все сказал. Желаю всем мира, здоровья, ну и чтобы мы, наши близкие и наши пчелки, чтобы все были живы и здоровы. Всех обнимаю, будьте здоровы, до следующего.